Serdecznie witamy wszystkich zebranych. Chcę podziękować za organizację tego spotkania i możliwość reprezentowania działalności w polskiej firmie na Ukrainie. Разрешите поприветствовать вас и поблагодарить за организацию нашей встречи и возможность представить деятельность польской компании «Вероян» на Украине. За несколько минут представим Państwu презентацию фирмы «Вероян», которая от многих лет будует заклады производства отпадов. Кошты будовы таких закладов зависят от ilości линий продукционных, вдражанных технологий, мощи производства и качества отпадов. Через несколько минут мы представим вашему вниманию презентацию деятельности компании «Краян», которая строит заводы и перерабатывает мусор вот уже много лет. Стоимость заводов зависит от количества производственных линий, внедряемых технологий, мощности переработки и качества мусора. Может быть, никто не судимый, а вот отпады коммунальные зависят от величины. Od klimatu, stylu życia, a nawet od mentalności ludzi mieszkających na konkretnym regionie. Nawet wilgotność odpadów powstających w różnych regionach odróżnia się. Może to zwrócić niestety strana, bo городской мусор зависит od многих факторов, od klimatu, sposobu жизни i даже mentalności ludzi живущих w konkretnym regionie. Даже влажность отходов, образующихся на разных территориях, отличается. В ожидании на ваши вопросы, касающиеся кошту проекта, хотим зазначить, что докладные данные будут знаны именно по заводовой анализе складу отпадов коммунальных на данном обшаре. Предвидя ваши вопросы, касающиеся стоимости проекта, мы хотим отметить, что конкретные цифры станут известны после профессионального анализа состава городских отходов вашего региона. Опираясь на досягчения наших заходных партнеров, стверджили, что возможно есть уменьшение кошту будовы и эксплуатации закладов производства отпадов коммунальных. Потрапились знать наикорыстнейшие разрешения для нашего региона. Польска и Украина są krajami bardzo podobnymi, a nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie mogą być istotne i przydatne w Waszym kraju. My, основываясь na opcie naszych zapadnych partnerów, znaleźli możliwość umniejszyć zatraty строительства i eksploatacji zawodów, przyjąć lepsze rozwiązanie именно dla naszego regionu. Polska i Ukraina wam mnogo pochodzą. А наш многолетний опыт в этой отрасли может быть актуален и полезен в вашей стране. Приглашаем на презентацию. Приглашаем посмотреть презентацию.